Доброе утро всем из Одессы. Сегодня 8 июня 2024 года. Сегодняшняя ночь в Одессе и в Одесской области прошла абсолютно спокойно. За всю ночь не было ни одной воздушной тревоги, в городе не звучало никаких взрывов, и за область тоже ничего не сообщали. По информации, которая известна на сегодняшнее утро, ни в Одессе, ни в Одесской области за прошедшую ночь прилетов нет. Вот. Со светом, хочу вам сказать, тоже обстановочка немножко наладилась. Если вчера прям совсем все было печально, то сегодня света существенно больше. Вот. Тем более выходной день. Вот. А как для выходного, быть со светом — это достаточно приятно. Вот. Такие дела. Ладненько, я на связи. Всем мирного неба, хорошего дня. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео из Одессы. До встречи, пока.